Так, ребятусики, всем привет! Значит, смотрите, что у нас получается по патинированию монет. Первая стадия, я уже показывал, мы боремся с зелеными монетами, вот с такими. Мы их кидаем вот в этот раствор буквально до 1 минуты. И они превращаются. Что мы делаем? Мы с вами убираем окислы, которые накопились, и грязь за многие года. Но монетка превращается не в очень хорошая. Бывает, видите, вот такая, да? Пугаться не нужно. Что мы делаем? С помощью серной мази, она продается во всех аптеках. Вот она, обычная водичка. И мы монетку приводим в божеский вид. Состав серной мази — это вазелин, вода. Ничего здесь нету страшного. То есть мы, грубо говоря, с вами делаем патину искусственную. Вот видите, монетосик превращается в такую вот вещь. Побольше нанести мази, потому что во многие места она не проникла. То есть пугаться не нужно ничего. Сейчас мы ее уберем, всю грязь. Вот, ребятки, смотрите, просто лишнее убираете ваткой, и получается вот такая красивая патина на монете. То есть что мы сделали? Мы убрали, уничтожили окись и, можно сказать, монету законсервировали, придав ей великолепную патину. Вспомните тот вид, который был, и какая монетка прекрасная сейчас. Обалденно. То же самое мы сейчас проделаем с другой подопытной монеткой. Ну, это не подобное, то есть не подопытное, то есть эту монетку спокойно можно выставлять или класть себе в коллекцию. Вот смотрите, как она выглядит. То есть если она убитая, вы уже с ней ничего не сделаете. Если там рытвины, ну, это еще такая довольно-таки хорошая монетка. Вензеля, все четенько. Вот смотрите, тоже деньга. Сейчас мы ее восстановим. И все будет чики-бони. Воду можно использовать теплую, можно прохладную, какая есть. Вот так вот можно спокойненько патинировать монеты, продавать. Продал я царские монеты в огромном количестве, целые клады. Наверное, за 7 лет более 50 тысяч монет — это минимум, которые я продал. Вот монеточка приобретает тоже такой хороший
хорошую патинку. Мы ей ничем не вредим. И вот представьте, вот с такого зеленого кокалика монетка превращается просто в отличный сохранчик. Сейчас я на паузу нажму, уберу лишнее и покажу вам. Так, вот, друзья, то, что получилось. Тоже хороший, отличный результат. Но опять же таки, сами понимаете, что чем хуже монета, вот здесь немножко видны следы пожара. Ну все же. Представьте, если великолепный сохран, насколько можно классно восстановить монету. Вот наши две монетки подопытных. То есть наша цель с вами была достигнута. Вот смотрите, две таких шикардулечки. Я считаю, довольно-таки хорошо справилось средство, а главное, очень дешево и, как говорится, сердито. Ну все, мои хорошие, подписывайтесь на канал, ставьте мега лайки.